Не каждый из нас в течение жизни попадает в чрезвычайные ситуации, но каждый должен знать, как сохранять самообладание и правильно действовать в условиях катастрофы. В очередной раз школьники и студенты Восточного управленческого округа прошли испытания на спасателей. На базе Ирбитского гуманитарного колледжа состоялась 5-я окружная военно-спортивная игра «Школа безопасности». Российскому дню спасателя были посвящены соревнования школы безопасности. Участники в них демонстрируют практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. К ним относятся владение оружием, физическая подготовка, умение оказать первую доврачебную помощь, а также преодоление зоны поражения газами в костюмах УЗК в условиях почти нулевой видимости. Более реалистичное, чтобы было для детей, что не просто так, а тут уже как зона заражения. Они, как бы можно сказать, что почти в реальных условиях и преодолевают эту зону. Психологическая устойчивость в экстремальных условиях – одно из основных качеств, которыми должен обладать настоящий спасатель. Задания интерактивной игры по безопасному поведению группы плечом к плечу дают проявиться самообладанию участников и умению работать сообща. По мнению судьи этого этапа, команда 5-й школы сумела проявить себя как сплоченный коллектив. Они очень хорошо умеют чувствовать друг друга. Они команда. Вот знаете, вот есть команды, которые смеются, которые дружные, которые искренние. Вот искренность, непосредственность – это их качество. Они вообще шикарные. По результатам 5-й окружной игры «Школа безопасности» шикарные ребята заняли 3-е место. 2-е завоевала команда Зайковской школы номер 1. Победителями среди общеобразовательных школ стали ребята из Рижа. В командном же зачете среди студентов победу одержал Ирбитский политехникум. Юлия Берсенева, Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.